Мы голодные, ужас! Ребят, я так понял, что в Турции однозначно нужно брать разную посуду и не трахать мозги. Что ты хочешь? Ну, почему? Бля, ну... И может от самого тоже будет. Слухом? Может, подгребайте с тарелками. А вы тут, знаете, плюшками получится. Луф нарежьте. Режем. А чеснок? Ну, это классика жанра вообще. Это просто... Моя любимая еда, это как аж подмахивает. Хвостом-то виляет, блин. Когтичная сука, блин. Виски, сало и лук. Это моя любимая еда просто. Он готов дать любому. Виски, сало и лук. Это моя любимая еда просто. Он готов дать.